Используя навык движения за рукой с кормом, обучаем щенка движению в позиции рядом. Да, правильно. Только когда он грызет, не уходите от него. Если он грызет и ему надо остановиться, подождите его. И поворачивайте обратно. Нет, ждите его, когда он грызет. Задача этого упражнения, чтобы щенок запомнил позицию левой ноги хозяйки как место, где его кормят и не обижают. Так называемая зона комфорта. Щенка желательно кормить, когда он занимает положение, при котором его плечо находится на уровне ноги хозяйки, что не всегда ей удается. Это является небольшой погрешностью, но для первого раза это не страшно. Возвращаемся к более простому упражнению – движению за рукой с кормом. А теперь покрутите вот в ту сторону, в которую сначала крутили. Ну, в любую, давайте, в любую. Дали корм ему. Еще раз туда же. Дали корм ему. Теперь в другую сторону. Для того, чтобы щенок активнее двигался за рукой и, соответственно, лучше шел рядом, предлагаем ему упражнение, которое требует от него большей активности, чем простое прямолинейное движение в позиции рядом. И пошли с ним рядом. Используем внешние условия, в данном случае стенку дома, для того, чтобы щенок шел ближе к хозяйке и более ровно. Его обязательно ждите. Да. Он не должен, выпадать из этой позиции рядом. Дали корм и подождите его. Все, опять пошли. Щенок не должен бояться рывка. Так, рывок. Обязательно назад. То есть... Не отходить, да, назад? Да. Вот дергаем его. Отходим назад. И когда отходите, еще дергайте его. Рывок – это сигнал о том, что сейчас будет корм. Щенок должен двигаться туда, куда его направляет рывок поводка. И за это получать корм. Резко назад. Раз, рывок. Да, далее иду ему. И вот усыпили его бдительность и опять назад. Вот. Обучение движению рядом с помощью корма и поводка. Не отводите левую руку назад. А что делать? Вот так, да? Нет, не так. Левая рука висит внизу спокойно. Да. Левая рука работает только когда есть в этом необходимость. Правую руку на левую сторону. Вот. И кормим его. Вот, дернули, он пришел, съел кусок. Обратно идите. Нет. Руки вместе, 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 вместе. Вот. И кормим. Левую руку не убирайте назад. Да. Поворачиваемся. Левую руку вниз. Вот, вот. Левой рукой сбивайте его вниз. Вот, и дайте ему корм. Как только вы его сбили вниз, дали ему корм сразу. То есть, чтобы было ему понятно, что прыгнул, получил торможение по башке. Не прыгает, корм. Кормим. И уходим быстро вперед. И дергаем, когда он отстал. Вот, поворот. Обратно пошли. Руки вместе, правую и левую руку вместе. Пошли, 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 не стойте. Рывок, рывок. Как только он отстал, сразу небольшой рывок.